Доброе утро, зрители нашего канала. Давно нас уже не было на канале. Нечего особо было показывать. И вот сегодня мы едем ловить крабов. И решили заснять, как этот процесс происходит у нас. Здесь, в Америке, штат Вашингтон. Покажем, каких крабов поймали. Или вообще поймаем кого-либо. Потому что сезон уже пару недель как. И желающих очень много, так что, возможно, крабы все уже закончились. Приятного просмотра. Так, вот мы прибыли на пирс, откуда мы будем лодку свою сплавлять. Вон там наша машина с лодкой. Так, и вот сейчас нужно будет заплатить за парковку. В Америке все стоит денег. Значит, оплата. $15 стоит парковочка. Вот здесь вот сейчас возьмем номерочек. Все, у нас везде парковка оплачена. Возьму. Да, возьми. Наклеечку, да. Угу. Так, вот мы уже лодку нашу на воду поставили. Лодочки. Ну, сейчас на самом деле открыт сезон не только на крабов, но и на салмона. Но у нас сегодня цель наша — это крабы. Ага. Так, значит, вот так вот делается снасть. Вот так собирается вот такая вот клетка. Вот она. Ложится вот сюда у нас мясо. Ложим курочку. Уже наша одна клеточка стоит. Вторая клеточка. А на каждого человека с лайсенсом можно поймать 5 крабов одного вида и 6 крабов другого вида. Тех, кого можно поймать 5, это должны быть только самцы. Самочек нужно отпускать. А тех, кого можно 6, там без разницы, лишь бы по размеру подходили. На буёчке у нас там указано фамилия, телефон, адрес. Ну, так положено. Пока наши крабы будут ловиться, мы будем ждать минут 40, часик. Мы будем ловить камбалу. Да, здесь кидай нормально. Ну, давай, Андреас, кидай. Да, посмотрим. Да, все, вот так вот мы все это дело выкидываем. Так, ну вот, сейчас мы начинаем ловить камбалу. А, правильно стояло. Остатки курочки у нас там нанизываем на крючочек. Сейчас. Пока ждем наших крабов, ловим рыбку. Так, первая наша удача. Только бросили, только закинули, значит, удочку, и доченька вытянула вот такую вот рыбку. Наверное, это, скорее всего, какая-то рак-фиш. Так, вот доча только закинула, да, что-то опять пытается вытащить. Чего, опять? Что? Опять такое? И опять какого-то динозавра, доченька. Стой, стой, здесь сейчас. Ты думаешь, волна, что сейчас мы на какой-то вот стоим, да, на каком-то рифе, и поэтому там такие вот рыбы. Да, да, все. Милена, еле тянет. Ну-ка. Глянь, какая большая у Милены рыбка. Вау, давай. Вот Андрей две поймал сразу. Это отодвинь чуть-чуть назад, туда в сторону. Так, вот опять закинула Милена. Тащит. Этот раз маленькая. Оторвается все время. Вот такая.
Рыбешка тоже большая, крупненькая. Вот такая, это да? Вырастает. Такая хорошая, вот ладошка и вот рыбка. Осипика. Да, вот такая. Мама, смотри, какая штука. Ага. Да, хорошая. И тоже вырастает. Да, это со дна ты подцепил просто. Там, какой-то непонятный слизнячок какой-то. Огурец, может, какой-нибудь морской. Мягкий. Мягкий, да? Какие-то морские гады. Ну, вытягивай, Милена, вытягивай. Не хочешь попробовать? У нас сегодня ты ж любишь дети ловят рыбу. Так, прошло у нас 40 минут. И мы достали первую нашу клетку. И вот сейчас мы тащим, посмотрим, если какая-то сегодня у нас удача или нет. Что, Андрей, тянется тяжело? Ой, чуть-чуть, может, это мясо или краба. Посмотрим, у нас сегодня именинник, везунчик или не везунчик. Или он просто вес сбрасывает сегодня. Что там? Один краб. Один краб. Вот он этот красный, красный краб. Проверяй, там он штукой подходит, он не подходит нам. Размер должен быть вот такая вот у нас штучка, чтобы измерить. А вот засовывай туда руку. Да. Просто, чтобы она вошла туда вовнутрь. Если, я думаю, что он подходит, ну проверь на всякий случай. Все, подходит, да, его берем. Да, все, все подходит, подходит. Все, вытаскиваем. Так, осторожно. Первый краб есть. Вот у нас уже вторая клетка. Сейчас посмотрим, что же во второй. Это не стали убирать. Думаем, другое место проехать. Ну что, как это тянется, Андрей? Что-то есть, да, кажется, да? Кажется. Мы один раз акулу поймали, маленькую акулу вот в такой клетке. Ну что? Два маленьких. Два красных, да? Два маленьких. Реально маленькие, да? Да, да, да. Они вот даже через эту базу. А, даже через эту базу. Ну да. Это, между прочим, девочки, да, поэтому они маленькие. Девочки, они мелкие. Все, мы их выбрасываем. И еще у нас две. Так, вот у нас третья. Тяжелая. Тяжелая? У нас третий, интересно. Пока мы оставили себе одного краба. А там есть пару. Да, есть. Ну, маленький. Ага, значит, раз, два, три, четыре, пять, пять крабов в ней, да? Ну, теперь надо проверить, какие мы можем взять. Ну, вот она, я вижу два точно нормальных, красных. Этот маленький. Ну, вот этот вот, я думаю, что этот нормальный. И вот он точно нормальный. Короче, бери штуку, проверяй. А где тут это, которое открывается вот тут по-другому? Да, тут только надо сбоку руку просовывать, получается. Ага. Да. Вот такие вот крабики. Ну, два, я думаю, точно нормальные. Да, этот нормальный. А другие? А тут вылазит. Видишь, вылез. Тот, что вылез, да, ты потом уже его там замеришь, чтобы он тебя не укусил. Маленький или нет? Нормальный, да? Да куда он должен? Да, подходит 5, да. Подходит, да, он подходит. На дырку сразу уходит он. Это маленький. Так, открыть я туда его перекину. Вот еще последняя наша четвертая.
Пока у нас только 3 краба. То есть 3 клетки, 3 краба. Ну, было там 5, но 3 выкинули, потому что размер маленький. Ага, маленький сразу выпал. Ага. Вот эти вот 2 вроде нормальные, да, вот они. Да, я думаю, что вот этот вот нормальный. Ну, это тоже, я думаю, что тоже. Че, нормально? Ну, да. Думаю, они оба нормальные эти. Этот что-то маленький. Маленький, да? Угу. А. Тогда его тоже выкидывать. Видишь, много маленьких. Уже повылавливали больших крабов. Передислоцировались мы на другое место и попробуем покидать в другом месте. Оно что-то тут плавает в этом. 46. 46 фит, да, окей. Вот там люди стоят много. Кидаем наше. Надеемся, что здесь будет побольше удачи. Ждем часик и вытаскиваем. Ну что, для кого-то прошло мгновение, для нас 40 минут. И пытаемся мы узнать, что же теперь у нас там есть. Есть ли какая-нибудь удача? Что, Андрей, тяжело тянется? Еще нет? Ну, сейчас посмотрим, как оно будет. Что там у нас? Ну что, есть что-то? Вообще ничего. Просто ноль. Просто ноль. Да, обидно. Так, вот вторая клетка. Блин, ё-моё, что за фигня? Малыш, да. Маленький один, да, его. Так, ну что, третья клетка на втором круге. Что там у нас? Ну ничего, Андрюха хоть килограммы потеряет. Крабов не поймал, так килограммы потеряет. Одни плюсы. Что там у нас? Что там? Пусто? А, нет. Есть, Оля. Так. Как маленький, конечно. Ну, маленький, да? Оба маленькие или хотя бы один подойдет? Один нормальный, да? А, ну да, вот этот вот 100% будет вот хороший. Вот, да. А один же вообще заряд у нас, да? Один красный. Меряем. Да, я думаю, он нормальный. Да-да-да. Все, этот выкидывать, да. Все. Выкинули. Одного берем. Так, четвертая клетка. Что, есть что-то, да? Так, вот, есть. Ну, вот этот, смотрю, точно хороший. Вот этот вот тоже вроде бы хороший. Да, один там маленький, а вот это как будто 3 нормальные, да, вот эти вот 3? Вроде бы, да. Ну, фух, уже все-таки тогда у нас 8 штук. 5 есть, и вот сейчас если 3 возьмем, то будет замечательно. Я пока заложу потихоньку, вообще ладно. Может, здесь и бросим? Да, уже кучу туда отвезем. Да-да, это 100%. Давай, открываю. Самая большая рыба. Да, это тоже нормальный как раз. Самая большая рыба. Да, это хороший подходит. А самая большая рыба это моя. Маловат, да, чуть-чуть. Получается 2 краба только, да, и 2 маловаты. Ну что, бывает. Что? Наш сегодняшний улов оказался около 10, наверное, крабов, вот.
и камбалы, может, тоже с десяток. Ну, в общем, пойдет. Время у нас уже 1:30 дня. Вот уже люди тоже загружаются. Так что все. Приятного нам аппетита, да, Милен? А Милена краба вообще не ест.